Сейчас я прочитаю твои мысли. И чтобы у меня точно получилось, поставь лайк и подпишись. Сейчас на экране появилось табло, на котором меняются цифры. Тебе нужно запомнить одну из них. Теперь тебе нужно сложить цифры этого числа. Например, если у тебя число 15, 1 плюс 5 равно 6. Сделай так же со своим числом. Теперь выбери предмет, который соответствует твоему числу. Например, если у тебя число 1, то выбери гвоздь. Я на все 100% уверена, что это игральная карта. Хотя нет, подожди, это часы. Ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Чтобы все сработало, следуй инструкции. Сейчас перед тобой находится картинка, и чтобы все сработало, нажми на лайк и подпишись. Смотри в центр картинки, и как только я скажу, ты отведешь взгляд и посмотришь на предметы вокруг. Предметы начнут расплываться, и при этом ты забудешь свой возраст на несколько секунд. Давай на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь посмотри на предметы вокруг, они начнут расплываться. Ну и главный вопрос, сколько тебе лет? Сколько лет можно не мыть голову? Мировой рекорд поставила женщина, которая не мыла голову аж целых 64 года. Голову она не мыла с 19 лет, потому что после каждого мытья головы у нее болела голова. И живет эта женщина во Вьетнаме. А зовут эту женщину... Что будет, если молчать целый месяц? А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Первую неделю вам будет очень тяжело ни с кем не разговаривать. Вы все время будете хотеть с кем-нибудь поговорить о чем-нибудь. Во вторую неделю вы постепенно начнете привыкать к тому, что вам не нужно с кем-то разговаривать. На третью неделю вы потихоньку привыкнете, что вы ни с кем не разговариваете. Но вы будете думать, что постепенно сходите с ума. К концу четвертой недели вам будет трудно говорить слова. Ваш словарный запас уменьшится, и вы будете говорить как младенец.